Город-история, город-легенда Тобольск становится ныне и крупным центром сибирской нефтехимии, приобретает новую рабочую славу. Здесь возводится комбинат, которому в соответствии с решениями партии предстоит стать крупнейшим нефтехимическим комбинатом в стране. С помощью таких вот громадных колонн будут получать сырье для синтетического каучука, основной продукции будущего гиганта. Thank you.
Этот гигантский реактор для Казанского объединения «Органический синтез» был доставлен в столицу Татарии водным путем на судне типа «Волга-Дон». Последние 20 километров пути проходят по сложному и трудному маршруту. Транспортировку осуществляет группа специалистов во главе с бригадиром Левушкиным. Требуется немалое мастерство, чтобы точно маневрировать по улицам 128-колесной платформы. И вот путешествие сверхгабаритной установки успешно завершено. Она предназначена для новой очереди производственного объединения. После ее ввода в строй выпуск полиэтилена на первенце нефтехимической промышленности Татарии увеличится вдвое.